Вот почему мы убили родителей. Теперь люди могут понять. Меня зовут Эрик Менендес. Я Лайл Менендес. Звоню из тюрьмы Донован. Я сам себя всегда останавливал. Многое осталось несказанным. Такой сценарий в Голливуде сочли бы нереальным. Дело Менендесов – один из самых громких процессов в США. Братьев обвинили в убийстве богатых родителей в Беверли-Хиллз. Это было как невероятное мыльное шоу. Хосе был успешным бизнесменом. Китти была заботливой матерью. Два сына – символ богатства и привилегий. Зачем убивать своих родителей? Как прокурор, я знал, это просто жадность. С самого начала был медийный цирк. Не мы рассказывали историю нашей жизни. Мы казались идеальной семьей, но за стенами творилось ужасное. Что он с тобой сделал? В ТикТок есть движение за освобождение Менендесов. Новое поколение смотрит иначе. Люди видят дело свежим взглядом. Дети не убивают ради денег. Многие против моего пожизненного. Судья жаждал вынести приговор. Эти дети пережили ужасное. Говорю вам, все это ложь. Не знать об этом бесит меня. Нет улик их невиновности. Лучше проиграть дело об убийстве. О 6 секретах семьи.